Мишка. Тут такую метку снимите. Ребят, во время полетки не занимайте центральную часть арены. ТДшники вам говорю. Центральную часть арены занимают только хилы. Старайтесь как-то это разбежаться. Дотку простую можно повесить. Вовсю дамажить нельзя. Нам нужно, чтобы Биг Дэм получил первый курс обязательно. Шаменов четвертую пати. Кстати, шаменов можно раскидать, и правда. Тотемчики. Прикольно будет, слышал. Раскидаю. Вышел, будет прикольно. Угу. Да, шаманы. Эршамов не трогать. Пускай так будет. Оставили. Там танки, ДКшники, хуй на них, нахуй, нормально. Один биомусор. Одного еще шамана кинь в первую пати, да все. Да нахуя? Я сниму фер. Не сдохнут. Злоподрищенские уроды. Не сдохнут, нахуй. У нас еще МР будет. Так. Блять. Че, будем рисковать? Чё? Будем рисковать, без него начинать. Если чё, блядь, до него добежите, да и всё, хилы прохилят. Чё, мне кому-нибудь антифир надо кидать, нет здесь? Антифир, я скажу по кому, когда. Если не на пули на себя кидаете, когда, блядь, фиряется, вы диспелите того, кто с тенями бежит, и всё. Всё правильно. Ну всё, пришёл чел. Так, все в один кемп, давайте. Сова там далеко стоит, что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Никто не ведет, кроме Биг Дэма. И танков, понятно. Рарник, блядь! Ну, поехали потихоньку бить. Там это, типа, вы не думайте, у ШП просто пока я доту не скинул, я брони набираю, собственно. Блять. Мы в говне. Мы в глубокой заднице, блять. Танков пусть. Кто просил, блять? Морда. Нихуя. Оригинально. Так, ладно, Биг Дэма укусишь. Пиздец. Во фрейм один станьте, под жопу к боссу. Давайте. Тени через 3 секунды. Войт. Я вот рядом. Рядом. Тени 5 секунд. Угу, сова хорош. Так, Биг Дэм, укусишь меня, взятого. Под жопой босса стоишь, да? Да. Чтоб мне не искать тебя на бегать. Да, ты не промажешь. Я могу немножко влево отстать. Вот, чуть-чуть встал влево. Мне тут видно из общей массы. Олд карга. Тут будет фир, кстати. Да, разбегаемся, кстати. Сальву дай. А, охоли дринка даже нету, блять. Ну, Т4. Кирилл. Я дал. Да, ага. Да, Биг Дэм хорош, что-то я от тебя это отбежал сильно, сори. Так, кто у нас покусанная? Морда покусанная. Сбежались в один фрейм. Так. Значит. Я укушу Зивандоса, Биг, ты укусишь Святоса, Хамелеончик укусишь, видимо, Телару, и Морда ты укусишь Магнес. Кстати. Магнеса нет. А, блядь, у нас же нет Магнеса. Пардон. Тогда укусишь-то
Мистери. Как кусать-то? В смысле, как кусать? Ну, в прямом. Там появится у тебя иконка. Да. Нажимаешь и на человека левой кнопкой мыши, подходишь вплотную, нажимаешь единичку. Примерно так. Зеландия закусали уже? Уже укусил. Геру. Грустим. Тебя они сейчас будут. Так, побежал и разбегаемся. Разбегаемся по арене. Разбегаемся по арене. Сейчас страх будет. Тремор нам поставьте. Рейндж 8 нужно набрать. Блять. Ага. А это что такое? Так, я, короче, буду кусать шамана, здесь Хэла, короче. У меня сейчас уже укус будет. Хэла, укушу Хэла. Укусил Хэла. Кусайте рандомные цели. Главное, чтобы вампиром никто не стал. Сколок. Вагоны. Нихуя какая тринька. Бля, а можно мне. Можно мне вот этот тринкет, пожалуйста? Тебе зачем? На ПВП, да? Я на ПВП ее хочу. Они же не работают. Бонус включен на аренах и полях боя, Артем. В Полгороде сказали, работает эта хуйня. Полгород, это не поле боя. Нет, мне ее дали, нет. Подожди, ну бонус. Артём, бонус это прожимка. Прожимка не работает. Ничего не так. Работает. Мужики, кому надо триню? Триня топовая. Не надо. Продам за 10к голды, да? Продам за да. Ну это можно использовать как прожимку на танке, если подхилиться. Единственное, что я вижу. Ага, это когда, блядь, протопала маны не хватает. Я знал одно такого, блядь. Бур, окей. Так, основная масса у нас здесь, танки вперед, охотницу вперед, эти пиздим. Вплоть до Синдры никто никуда не уходит. Перед лечом у нас будет небольшой перекур. Срать отказано. Срать отказано. Одевайте подгузники. Да, сральные бедра. Отверстие, разъем недоступен. Слава, забери обратно эту хуйню. Да, блядь, распылите ее, блядь. Не отдайте. Пригодится. Мордаунту. Мордакинь там, не трой. Я еще искать тебя надо. Я вон, блин, демон страшный черный стою. Ужасный. Так. Ты мелкий, ничем не примечательный гоблин. Почему ты обманываешь людей? Неправда, нихера. На тот момент, когда я это говорил, я был страшным, ужасным демоном. Ты, кстати, Эрик рассказывал Артему про тактику на Синдру, что можно меликами вжаться во фрейм. Говорил? Нет. Че, надо было? Не знаю, как Артем собирается. Я хочу, как обычно. Ну просто есть еще момент, что милики никуда не дергались, милики прям вжимаются во фрейм к ней. А глыбу выносят чуть подальше. А потом вздыхают, да? Глыбы между мелизоной и эрдозоной бросают. Нет, не взлетают. Я понял. Не, мы так делать не будем. Стайки как-то доскидывают. За каждый второй? Ну или по необходимости? Ну да, так делать. А если на мелика кинется, а потом, блять, он сдохнет во время того, как он не могу это пройти? Нет. Это может сработать, и в принципе никаких проблем нету. Но я не хочу. Если мелики нет ВБ, все сработает. Во-первых, кто их будет хилить? Ну вышли подхилить, говорю, если мелики не долбоёбы, все будет хорошо. Вы можете встать чуть сбоку, их же видно сбоку. Да. Я продамажил, ты вышел, на тебя стакит, ты вышел. Пока скидываешь стаки, скинул стаки еще и от
Я понял. По синдре, когда бьешь. Ну, когда в Геру придешь после таких рейдов, там будешь вайпаться, блядь, два дня. Ну, блин. Ну, блядь, Гера ты это что? Другой рейд. Ты что, ты идешь Геру, а не в обычку? Ну, лучше сразу делать, как надо. Ну, лучше все правильно делать. Пока да. Гере. За каждой скидываешь и не ебешь мозг, и все. Я понимаю, когда ты 5 там выбьешь, можно эту курицу зергануть за 30 секунд. А за 20 можно? Не знаю, какой там ДПС. Ну, сколько там в Т5 дают? По 40 тысяч? Ну, по 50. По 30. Не, ну по 50 это, наверное, на X2. Здесь, когда Т5 ну, будет, да. Вряд ли так будут давать. Там, наверное, по 20. Здесь 10-30 не будет, здесь не сильно будет. Меньше урон прямо сейчас. Ну да, вот как откроют. И то еще пока их соберут, блядь, еще полгода пройдет. Тысяч по 20 будет давать, 25. Сейчас люди дамажат Т4, как в Т5 вначале дамажат. Ну да. Но я сомневаюсь, что когда Т5 выбьют, прям пиздец различия будут. Ну хуй с ним, 20. Да не будет, там бонусы просто поменяются. Сова точно, блядь, 16-18 не будет давать. Может 20 будет давать. Утешаешь себя? Ага, блядь. Да я там собирал на X2. Такой, ну пожалуйста. Ну прошу вас. Собрал на X2 Т5. Зато она пушистая и баффера еду дает. Да, теплая нахуй. Зимой не холодно. Решаю, всем удобно говорить, если взяли сову вот эту вот. Во всем виновата сова. Видно издалека. Комнату удобно водить на лече. Да, да, да. Блять! Кто из фрейма совы вышел, тот точно виноват, там тяжело из него выйти. Я не взял души. Причем ты? Взятый не взял. Смотри, я уже сам вспоминаю. Забей, блядь, ты так же, как я, фармишь, наверное, осколки, блядь, типа... Идешь с троллейбоем, блядь, и пол-рейда проходишь, вспоминаешь, что ты забыл грань одеть, чтобы осколки фармить. Не осколки, эти души. Не, мне, кстати, полегче, мне не надо вот с этим говнопосохом бегать, чтобы... А тебя это не останавливает, Артем? Я тебе осколки собирать, не обязательно с гранью уходить. Я не про осколки, я про души. Души, да. БМ снова окажется в жопе. Когда бы мы не были в жопе? На БК? Сейчас. Сейчас БМ не в жопе? На БК БМ был достаточно мощный. Сейчас БМ очень силен. Да? Ну это пока что, да. Не наныли. А сова занят. Вот это как сова. Сова тоже никогда не была сильная, не будет, мне кажется, уже никогда. Не, сова была сильная в июне месяце. Два дня, да? Ну там с недельку, может. Ну X2 тоже было такое, да. Там что-то разочек дали, она давала 30-ку 4 дня, потом ее понерфились. Это все экстрем, так. Блядь, собака. А, значит, хилят у нас Синдр, ой, Валько, Буряо и Гримзол. Остальные, соответственно, они хилят. Там, договоритесь, что вы там против часовой, по часовой стрелке летаете. Че, пробьете, а все? Шит, диспейс. Шит. Абваровский бросок, уже поздно. Тут ПВЕ дракона. Оу, шит. Тут не слышали про дисплей. ПВЕ драконов нет, есть ПВЕ черви. ПВП дракона, да. ПВП дракон и ПВЕ червь. Так. Давайте собираемся. Значит, слева у нас вон тот справа будет хамелеончик. Ну и все остальные как бы дамажим. Для миликов первый приоритет — это подавители. Потом все остальное. Вон тот слева, да? А ты справа. Арчинопул. Ты вон тут, а там вон там. Все, пуляем. Значит, Геру сами там себе лутанете. Артём грамотно делегировал. Ну чё, да, там есть шаман, который может дать Геру. Сами договорятся как-нибудь. Избавился, да? Да. Всего. Сейчас на Синдре, короче, Ярослав, ты будешь объявлять... куда выносить глыбы,
Значит, про то, что слева этот свеча, залили свечу. Про то, что нельзя стакать освобожденку, будет говорить у меня Леха. Ебанья, ну это... Да, нельзя, значит... нельзя умирать, нельзя подходить под хвост, и да, подыхание тоже нельзя, да, не забывать. Про... Да, об этом, кстати, вот про поддыхание будет говорить, допустим, еще один Леха. Да. Я надеюсь, ты будешь считать стаки на меликах, которые они набирают на каждом. Слышишь, мне интересно, а что ты будешь делать? Артем, я хочу тебе напомнить, что ты ни на одной синдре еще не забыл про то... О, не вспомнил про то, что вторую глыбу нельзя разбивать. И каждый раз пиздёшь. Один раз я вспомнил. А, хорош, извини. Без меня, наверное. Можно. Нет, с тобой было. О каком Лёхе идет речь? Заберите. А тебе, Магнус, ты сейчас будешь сидеть и контролировать все. Да. Сейчас через стрим буду показывать. Через стрим, конечно. Заебись. Как иначе. О, нормально, там ребята в стратосферу полетели. Справа свеча, убиваем свечу. Анки, вы что там, не хотите забрать? Каждый взял по червячку и убил, в чем проблема? У вас там много? Да там как бы не червяк. Вот и делай ему проходку, блять. Да я слева всех держу, ты чё? Слева всех. А справа? Да я, да справа, он. Справа, блин, я не Наруто какой-то, чтоб у меня двое было. Справа. Учись. Клоны делать не умею, да? Я могу убрать называть. Почему мистери просто стоит, короче, адское пламя хуярит? Боевой дух поддерживаю. Зачем? Типа у нас... Был высокий, блядь. У нас тоже есть свеча, типа... Палу ХС. В смысле, ты что просто на себя доспех вешаешь и все. КПС, блин, говорит, накручивает, пиздец. Чтоб я так жил. Слева этот скелет. Вот так говорили. Нет, ты просто демонически на себя накидываешь доспех и спокойно живешь. Дамажишь там моба, кайфуешь. Это все. Как бы тебе не нужно для этого урон получать. Ну, стоишь красиво, не останавливайся. Ну да, такая башня. Тут есть Йенх. Йенх, да. Я вообще охуел, когда понял, что это Йенх. Йенхи хорошо. Йенх. Ех. Ех. Но не на Синдре. На Синдре вообще лучше всех. Янхи, котики, хорошо подготовились. Синдра будет довольна. Справа у нас этот скелетон горящий идет. Пошли-ка ему это объясним. Что здесь ходить нельзя? Ага. Как говорила моя бабушка, поймешь, почему фунт лиха, блядь. Кажется, у нас минус Янх. Ну тут... Где Янх у нас? У нас хилы, там активизировались. Давайте держим, блядь, за портянки весь трэш, который будет бежать. Я бернул, Йенх, бернул. Хорошо. Я уверен, Йенх, блядь, просто в восторге. А чё, геймплей не поменялся абсолютно? Обидно, наверное. Сейчас было обидно, для Йенха. Да нет, Йенх — это самый мужицкий спек шаманов. О, боешь. Поднимите Йенха только, пожалуйста. Плесните. Ой, нет кошмаров. Вот это уже хорошая боешка, это уже дорогая. Это надо кому-то эти, как они называются, сука? Перчатки или что это? Ханты надо вам? На распыл холидринку закину. А, дуакин. Сейчас, походу, следующий босс убьет пару человек. Блин, отстой, мы больше 2 часов бежим, сука. Это просто отвратительно. Зато спокойно, никуда не торопись. Ну, да, сейчас вайпаться начнем где-нибудь. Ну, говори больше. У нас полчаса на Синдру и на Личах. Ну, это не то, что много. Трэш. Именно. А чё, комнату можно не чистить? Почему? Просто обходит сразу. Ну вот мы обойдем, мы чё, дверь кто откроет?
Ну, сейчас трэш пойдет, убьем его. А, ты подойди, постучись. Ебать, дракончиков, пулхан, там говорят. Нет, мы будем комнату чистить. Я душ собираю. Вроде души не падают, не? Не, не падают. Блядь, давай, скипаем комнату, нахуй. На ШМ точно не падают. Вот этой комнаты не падает, а по следующей перед Синдрой падают еще. Да что это за очко, блядь? Ну, по крайней мере, на ШМ так. Не считаю это честным. Что делаем? Ну все, танки здесь, иди в центр, выходи, пусть моба агрится, убиваем и поехали дальше. В чем проблема? Говорят, стой, видишь? Медведь говорит, стой. Мы стоим. Там Энах отправил двух собак на смерть. На смерть. Ладно. Давайте чистить комнату тогда, у нас хан сытся. Там за богатство. Да вон, бегут, бегут. О. Или бегут, а. Бегут. Ну тогда чистим, хули раз начали. Лови их, блядь. Подождите, не ауешьте, дайте время танкам нагреть, потом ауе пакет скинете туда. Больших залейте, дракон не загрется. Ну, это поехали. Одна пачка только есть. Да, это только одна. Надо хуйня. И больших драконов еще после этого убить. Ну, короче, весь трэш, что там сейчас появится. А потом дверка здесь открывается, да? Да. Там потом портал уже не работает, но время потеряем пешком бегать. То же самое выйдет. Мы не экономим вообще ноль времени. В тот раз нам потом далеча от Синдры пешком бежать, конечно. Не, ну типа, если ты веришь, что мы с первого трая убьем Синдру, то можно. Да, еще мы можем лайкнуться, и опять придется пешком бежать. Да, как бы поэтому думаю, что лучше убить трэш. Ну, решай, короче. Я чуть что-то не верю, блядь, если убьем 200 ТПС сверху дам, нахуй. Уже запустили. Че запустили? Комнату? Ну, про ИП как бы уже все. Да. Сказал, значит, сделал. Я про Синдру с первого трая. А вы прощаете? Нет, с первого трая трэш, если убиваем, то 200. Не-не-не, про Синдру. Причем за каждого. Каждый трэш тут бегает. Вы увидите себе один и там. Да эти танки вам сводить их будут. Чего вы там стали? Действительно. Ну вот теперь скидывайте свои ауешки туда. Получайте пизды потом от мобов. В общем, как цивилизованные люди. Просто в мыслях даже не было, что мы не с первого трая убьем. А я вот не уверен. Вспомни матрицу, блядь. Когда этот Морфеус ему говорит, блядь, прыгаешь с этой, с крыши. Очисти, говорит, свой мозг. Сомнения отбрось, блядь. Вот ты так же. На Синдру пришел, такой мозг очистил, блядь. Да, и потом весь рейд, блядь, бежит нахуй, это вот 15 километров. Поверил он, блядь, очистил мозг. Скажите что-нибудь. Значит, Вовка ёбнулась, все. Звучит не круто. Нет, что нормально. Ну, у меня легла, сейчас я перезайду. Хамелеончик остался один. Медвежушка. Кильте его, чтобы он не жду. Я верю в медведя. Что-то я сам в себя не верю. Все будет хорошо. Ты молодец. Очисти раз. Мы запомним тебя. У нас есть другая тема. Стань углом. Поверь в то, что ты угол. Забейся на вас там, блядь, за помню что-то. Т4, я бы больше себе верил. Стань углом. О, хорошо. Забейся в угол. Ну вот, а ты боялся. Совсем не страшно.
Ну почему не работает? Шэм, ну это души в соси как-нибудь. Пиши на форуме, жалуйся. На ной. Не, типа тут можно обузить это, и поэтому тут выключили души, а на площадке они работают. Че? Ну, блядь, когда тот пак к нам принесли, мне душа засчиталась, а с этих, с этой комнаты нет. А мне тоже засчиталась. Ну вот, что ты тогда... Нихуя. Эту комнату резать можно просто. Что делать только что, что за кульбит получилось? Паука через трагит кинуть. Там свернулся кубку. Цепуху сделал. Так они так часто делают пауки? Нет? Я не первый раз наблюдаю. Вообще первый раз вижу. Меня как-то даже и не удивило, поэтому... Ты видел паука в Человеке-пауке, блядь? Там какого он, короче, из двух? Из трех, блядь. Там один, короче, паутину, блядь, кидал, второй, блядь, что-то там прыгал, блядь, на свою жертву, а третий там вообще предвидел, блядь, ну, получая чутье вот это. Там какой-то генномодифицированный был паук, у которого все три гена. Опа! Yes! А это что, ролить можно? Это... Нет, это... Это взятому передаете. Все, он ролится. Эх. Ладно. Всего половина дракончик. Уф, они испарились. Иней. Уничтожь этого глупца. Кайфовый инст. Такой, да, прямо. Симпатичный. Ну и, конечно, последний босс не впечатляет, а вот большие штаны чистые. Вообще кайфовая озвучка. Две недели коготь не падает. Понимаете? Там морда же, да, сказал? На танка? Куда еще? Труп трансмог. Бах-бах. Куча друидов, ни карты. Да, ни одного. 25-ки его не сковать. Ага. Если, блядь, в десятером сложимся, обязательно рутается. Надо было, Артём, тебе, он всех мужиков своих, и за на него залазить быстрее. И ехать. Ого. Хорошее. Сворачивать надо. Там тут надо было, конечно. Бля, он за душу не считается, ворот. У него души нет. Бездушное животное. Получается, он до этого был рыжим. Точно. И конопатым. Дракон был рыжим. Ты чё? Фига. Совсем то, что не надо перегибать. Таки да. И озвучка у него шалом, да? Я вот сижу и думаю, блин, а Мишка вообще с Синдрой как? Подружится, она его не сдует нахуй. Ну, если у нее такие проблемы.
Ну, разок прихватит его, если он не МТ. Мишка толстый. Как? Типа, на всякий случай могу спекнуться я наварить. У меня там есть фростсет. Но у меня есть фростсет. А, ну да, тут же еще один. Хамелеон. А. У него только дерево без сетов. Хамелеон. Есть даже, да? Да нет. Нет. Да нет. Дерево. Ну, такое. Да, нормально все, короче. Идем как шли. Значит, да. Ставлю я рыбу. Кушаем. Сейчас меточки расставлю. Сколько ДК будет держать раз? Сколько склепов? Это сами разбирайтесь. Я тебе так совет дам. Ты не считай склепы. Просто скинул, меняешь. Ничего не надо считать. То ты 28 стаков выдержать можешь со своей зеленкой. Наверное. Я тебе могу там раз 7 склепов менять. Ага. Зачем раз в 7? Не знаю, мы менялись раз в 2, и нормально было, и все. Кайф. Это конечно, немножко лишнего нарисовал, в принципе, но да ладно. Короче, синяя, красная, черепа, полумесяц, метки. Это метки, куда мы выкидываем гробы. Трусы — это метка, куда мы выкидываем на второй фазе гроб, когда я говорю в сторону. Лиловая метка — это метка, куда мы выкидываем гроб, когда я говорю в центр. Метка печенька — это где стоит РТД-зона. Артём, километр. На взлётке куда выкидываем? Чё? На взлётке куда выкидываем? На взлётке синяя, крестик, череп и полумесяц. И? Полумесяц. И 5 меток. 5-4 назвал. Ебать! Я очень давно не знаю. Все сломалось. Все сломалось. И полумесяц. Две в полумесяц, короче. Этот сломался, несите другого. Да. Сейчас. Так вот сделаем. Лиловую тогда занимайте тоже пятой меткой. Примерно. Можно с одной меткой проходить, там сейвы надо сдавать, чтобы нахуй не прибило метчиков. Так, ладно. Короче, на пух. Буряу. Я прослушал, на взлетке две глыбы в одну метку ставят. Не-не-не, по одной просто. Ага, все. Так, ну все, танки вперед. Методов КТ пока даже до второй фазы. Что-то метод только там наставили. Глаза разбегаются. Я немножечко, да, что-то заморочился. Нарисовал. Лишь бы народ не запутался. То выяснится, что мне вот одному понятно, что я тут сделал. Мне остальным непонятно. РТДшники, вы желательно встаньте прям под бочину вместе с милизоной к боссу, чтобы во время притяжки вас там не подкидывало, чтобы вы успели убежать. Прям сейчас озадачите этим вопросом. Давай, будет ресы этого. Давай. Так, ждем меток. Выносим. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Что-то там неприкольно, по-моему, какой-то гроб, да, лёг. Не бойся, благородный совок, мы тебя освободим. Подбивайте там, по 20% оставляйте гробам. Вот, по-моему, можно побольше побить. Рядом со мной стоит, тоже можно побольше побить. Это вот крайне правые. Сливаем гробы. Живее. Долго.
Долго. Что-то поставил, конечно. Давайте поближе подобрались, а тогда хилы. Потом бегать было удобно. Угу. Метки. Никто не уцелеет. Выносим меточки. Удел смертных. Ой, аккуратно, быстренько. Тащимся. Бах! Та-дах. Слева. Крайнее положение. По центру планеты. Так, давай Вадикон Берни, наверное, Гримза. Грим, станешь после приземления? Я встану сам, у меня крест есть. А, блять. Выносим гробы. Выносим себе гробосы. Да надо было мне Берни, я же снова на танке. Ну, кстати, да. Да. Ты сейчас можешь бэйть прямо из формы. У меня не 4, это 4, 4, 4, 4. Не могу. Освобожденка. Как нахуй вы играете, блядь, РДДшники? Как красавчики. Так, а чё, а как Грим сдох? Его просто прибило нахуй скепом? Нет. Не убежал. От Циндры. Чё ты говоришь, что такое? Подставляю. Реально, просто подставил меня ни за что, ни про что. Вы как знаете. Угу, отлично, Геру. Бьем. Первый гроб налево. Благое, налево. Сливаем этот гроб. Центр. Этот центр. Слиловые метки все отошли. Дай бог кого-то не задей. Заныкали за этим гробом. Так, и скидываем. Ждем. Убиваем. Сейчас притяжка будет. Блять, Артём. Забирай. Сейчас притяжка будет. Так, была же уже. Не было. Мне ДБМ показывает, что была. Ну вот мы, значит, побежим. Блять. Пардон, ну выбегаем. Кек. Так, Хэлла, сам встанешь? Да. А, натура морду. Хамелеона сложила. Ага, БР дали. Блять. Тишите, Хамелеон. Угу. Ну я стаки не сбросил до сих пор, 12. Сдуло. Пробуй, держи. Направо выносите, под хвост, короче, эти метки выносите и забейте хуй. Босс играйте по максимуму. 8 стаков, я так понимаю. Холи дринг, кто тут встань. На сейф, давай. У нас нечего сдавать. Кирилл, ты 4 сдал же уже? Да, я свою жопу спас. Угу. Ну, танка сложила. Я сбросить стаки не успел за глыбы, а там медведя уже сдуло. Мы же обсудили это на ванне, какого хуя. Че случилось-то? Мы шли, блядь, дорогу говорили, что после второй. Да я сидел, смотрю, типа, в ДБМ. Он мне показывает, типа, притяга. Я такой, все, кайф. Вроде переждал, думаю, ну все, я молодец. И тут на нахуй. Я
Стою, смотрю на ДК, что он может. Ну, я пришел, когда ему плохо стало, поменял его. Все, он ушел скидывать метки, я прожался, постоял, и меня, типа, не прохиливали выше 50 тысяч, где-то так. Получается, с точки зрения медведя, хилы виноваты тут хилы. Хилы-то пидоры. Ну, я ж поменял. Короче, РЛ виноват. Тём опять не уследил. Это чертова вторая глыба. 12 стагов, если бы я сбросил, можно так, было бы... Так, гуляет, ну, с глыбой-то все в порядке было, мы не из-за глыбы умерли. Не, конечно, нет. У нас, типа, из-за глыбы... Ты думаешь, нахуй там танк упал, которого не хилили, хилы, которые убегали? Что, у меня танка? Ну, это, в принципе, аргумент. Да, там притяжка очень не вовремя. Это, прямо, в принципе, аргумент. Ладно. У меня ДБМ наебывает. Артём, он там всех наебывает. Не смотри в ДБМ. Там вообще могут тайминг сбиться так, что он у тебя будет через 30 секунд после ДБМ. Ладно, рыбу поставил. Мы тогда можем и третью метку свалить в центр, ожидая этой притяжки, четвертую. Там как переведем. Артём. Артём, мне в танк отспекать? Да, давай. Сейчас проблема уже не в танке была. Давай я спекнусь в ядро и просто освобождю. Да, убери, да, вот эти метки, убери, которые на взлетке. В смысле? Какие? Они не нужны, вот эти метки. Да и взлетки, когда мы ставим. 5, да, 5, чё? 5. Да пускай стоят, какая разница. Чё, сильно глаз мозолит? Да. Будем проверять адекватность рейда, да? Да мне впадло сейчас туда тыкать сидеть. А нормальные метки чего не мешают? Снимай. Так, ну что, с первого раза не получилось. Давайте еще разок. Потом можно будет по видео разобрать, в чем проблема была. Еще разок, и с третьего раза уже тогда по-другому будем играть. Короче, на пол. Кость? Сейчас отхавай. Разбафаю остальное. Бигдам. Кирюха, ты и я начну.